Всем привет! У нас сегодня стаканчик челлендж. Мы будем проводить разные задания со стаканчиками. Первое задание — нужно разрушить эту башню. Кто больше разрушит, тот и выиграет. Раз, два, три. Шесть. Мама, раз, два, три. Мама вообще не бывала. Ладно, второй. Ну, короче, три. Да. Мама сбила 4 стаканчика. Это второй раунд. Тут нужно как больше попасть в стаканчики. Мячиками. 10 мячиков и 10 попыток. 5 мячиков сдалека, 5 сблизи. Раз, два, три. У меня уже 9 мячиков. И сколько? 6. У меня 6 штук. Теперь сблизи. Да, надо сблизи попасть. Ну, это лихотня. 1. Сблизи это очень легко. Один выкрутился, но это не считается. И последний выкатился. 2 мячика. На старт, внимание, марш. Теперь сблизи? Угу. Ну, не так уж близко. Так точно, любой поможет попасть. Сколько? 0-2. Во втором раунде опять выиграл я. Третий раунд. Тут нужно вот так вот шариками это. Стаканчики. И вот сюда. На старт. Надуваем шарик, внимание.